На 40% увеличился объем индивидуального жилищного строительства в республике за прошедший год. Всего было построено 63 тысячи квадратных метров жилья. Такие данные привел генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко на рабочей встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. В разговоре также отметил, что прирост за январь этого года по сравнению с январем прошлого составил 55%. Еще в регионе за последние 5 лет стабильно увеличивается ввод многоквартирных домов. В рамках встречи подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Дом.РФ, Банком Дом.РФ, Фондом Дом.РФ и правительством нашей республики. Документ способствует реализации программ в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды в регионе. Совместно разработали ряд проектов по благоустройству территории. Их реализуют в ближайшее время. Хотим, значит, нашим институтом в целом, значит, содействовать, вот, скажем, вопросам доступности жилья, решению вопросов, связанных с проектным финансированием. Мы договорились, что в рамках соглашения поработаем над неким программой льготного кредитования для ряда категорий, скажем так, категории граждан, которые проживают в республике, это работники социальной сферы там, и ряд других категорий, по которым республика принимает решение о субсидировании ипотечных кредитов. Значит, в данном случае такие программы мы готовы развернуть, и мы сейчас на эту тему поработаем. Проблема обеспеченности жильем молодых специалистов бюджетной сферы, которые также требуют решения. Это и общественное пространство, и в общем очень много направлений, которые очень важны для республики. И будем ждать такую рабочую группу, о которой только что сказал Виталий Леонидович, что в республику прибыли, и мы в республике уже окончательно определили планы совместной деятельности.